Всем привет, компания Акора снова на связи. Сегодня мы протестируем масло. Ну, скорее всего, это будет в первую очередь интересно владельцам данного автомобильного бренда JQ. То есть Сергей Анатольевич нам это масло прислал в город Бузулук. Спасибо ему за предоставленный образец, так скажем. То есть человек владеет данным автомобилем, заливает это масло. Ну, говорит, мне интересно, можете протестировать. Ну, Сергей Анатольевич, ваша канистра. Вот. И сравним его с нашим маслом Акора 530XD. Масла идентичные по допускам, по вискосным показателям. То есть мы сейчас что сделаем? Подготовим стенд, зачистим. Кто видит наши ролики впервые, объясню, что мы делаем. То есть от предыдущих тестов поставили задиры. Мы их на датчик обычно зачищаем, удаляем. То есть тест в сравнении, то есть сравнительный, то есть мы не говорим, что то или иное масло плохое. Не заливайте там, то есть потребитель каждый решает сам за себя. Просто Сергей Анатольевич прислал данный образец, то есть заливают. Официал и не официал, но в общем, согласно марке автомобиля, приобрел соответствующее масло. И человеку просто там что-то интересно, хочет сравнить, посмотреть, как оно работает, так скажем. Качестве масляной пленки, то есть тест на трение, то есть ролик новый без задира, то есть мы сразу сейчас его на стенд. Так, берем масляную баночку, открываем канистру. То есть масло имеет защитную пленочку. Наливаем. Вот буквально грамм, я думаю, что 20-15. Так, проворачиваем. Дабы не было трения на сухую. Ну и начинаем нагружать. То есть вес одного блина, все блины металлические, 550 грамм, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. То есть 4 блина, произошло заклинивание. Вот такой вот задир образовался. На камеру хорошо видно, сфокусировалось. То есть это задир после 4 блинов нагрузка. Ну, соответственно, если есть задир там, вот будет задир здесь. Такая вот, видите, рваная дорожечка. Сейчас мы что делаем? То есть это масло было бренда JQ. То есть аналогичного автомобильного бренда, который есть у нас сейчас на рынке. Сейчас мы подготовим, то есть этот образец уберем, подготовим, то есть зачистим, уберем задир. У кого есть желание, можете прислать там свой образец масла, там, который вы там заливаете на протяжении многих лет, пользуйтесь, хотите проверить, не вопрос. Так, салфеточкой вытяну здесь еще раз. Так, и что мы делаем? Ну, проводим сравнительный тест масла Акора 530XD. То же самое. Так, здесь мы сейчас ролик перевернем. Так,
выкрыл мало предыдущих масел. То есть новый без задира. Все как прекрасно видите. Затянем. То есть все то же самое. Ролик одеваем на стенд. Также поворачиваем. Ну и начинаем нагружать теми же блинами. 550 грамм. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. То есть нагрузка в три раза больше. То есть сравнительный тест. Еще раз повторюсь. То есть мы не говорим, что то или иное масло плохое. То потребитель каждый решает сам для себя. Что ему заливать? Тем более, я так понимаю, что автомобиль у Сергея Анатольевича бренда JQ новый. И как бы, да, официал, скорее всего, заливает. Не скорее всего, заливает это масло. То есть, опа, горячий какой. Вот нагрузка. Такая точка пятна контакта. После 12 блинов. Ну и, соответственно, здесь мы смотрим, что у нас с износом. Видите, такая дорожка ровная, гладкая, полированная. То есть это по настольной нагрузке в 12 блинов. Повторюсь, провели мы сегодня сравнительный тест. Сравнительный. То есть мы сравниваем, а не говорим, как некоторые нас там обвиняют в чем-либо, что то или иное плохое. Нет. То есть, ну, купил человек автомобиль, соответствующего бренда, соответственно, официальные представители ему говорят, что нужно заливать это масло. Мы не возражаем. То есть это требование завода изготовителя, ради бога. Человек просто, повторю, Сергей Анатольевич, город Бузулук, решил протестировать, прислал образец, мы протестировали. Какой вывод он сделает сам для себя, это, ну, только ему известно. И, соответственно, каждый также сделает вывод сам для себя. Поэтому как-то так вы все видели, все мы провели. С вами была компания Кор. До новых встреч. До свидания.